Между тем, представители Ливии обратились к членам Совета Безопасности ООН с просьбой снять эмбарго со страны на импорт вооружений. Этот призыв был поддержан и властями Египта. Ситуация с безопасностью в Ливии резко ухудшилась. Это и побудило обратиться в Совбез. По словам министра иностранных дел Мухаммеда Даири, снять эмбарго необходимо для борьбы с боевиками группировки «Исламское государство» и с другими вооруженными объединениями, орудующими в стране. Ухудшающаяся ситуация в моей стране, к сожалению, не привлекла такого же внимания со стороны Совета Безопасности ООН, как обстановка в Сирии и Ираке. Поэтому мы просим мировое сообщество вспомнить о взятой на себя ответственности обеспечить мир и безопасность в Ливии. В минувшее воскресенье группировка «Исламское государство» распространила видеозапись, на которой боевики обезглавливают похищенных в Ливии египтян-коптов. В ответ ВВС Египта обстреляли тренировочные лагеря и склады с оружием радикалов в соседней стране. На заседании Совбеза ООН представитель Каира поддержал просьбу своего ливийского коллеги. Для установления легитимной власти на всей территории Ливии и для борьбы с терроризмом потребуется, во-первых, снять законного правительства ограничения на закупку оружия и, во-вторых, принять меры по предотвращению попадания вооружений в руки незаконных формирований. В настоящее время в Ливии борьбу за власть ведут две крупные группировки. В ООН особенно подчеркнули, что для установления мира в стране необходимо, чтобы их представители преодолели политические разногласия и сформировали объединенное правительство. Асем Хасянкызы, Диана Алишева.